Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». Забираем свои ежедневные награды $90 и 23 PvP-монет. Окей, зайдем в магазин, откроем колоду. И у нас Джастин. Да-да, именно он. По его глазу можно его узнать, даже не видя его. Открыть колоду мы с тобой забираем. Так, поднять уровень персонажа. У нас с тобой сколько, интересно, мутагена? Сейчас посмотрим. Начнем, наверное, с прохождения одной миссии на испытание. Другое измерение. Так, Бакстер Стокман. Немножко поврежден, но я думаю, что он здесь справится все-таки. Так, Кирби, крыса и гриб. Гриб, как всегда, а? Вот как всегда за свое начинает. Причем уклонение у него висит. Слушай, я, наверное, все-таки лучше похиляюсь. Потому что Бакстер Стокман был немножко покоцанным. Опачки. Вот это фокус. Вот это номер. Так, молодец, Лео. Хоть ты меня не подвел. Так, этот гриб, он меня раздражает. Да что, даже Рафаэль промай. Да что, ты достал. Ну-ка. Вот. Так, уничтожаем крысу. Ну, еще удар. Не добил, а? Молодец, Усаги. Так, переходим с тобой на последнюю волну. Здесь у нас кто? Джастин Крип. Училка. Стрелозад. Давай вот так вот сделаем, чтобы здесь не мучиться долго. Остается только Крип. Ну все, парень, отдохни. Ага. Хотя нет. Майки справился. Молодец, хоть здесь не подвел меня. Ну что, мы с тобой сегодня идем на арену. Сегодня будем проходить испытание какое-нибудь. Посмотрим, какое. Какое нам там выпадет. Забираем здесь реворд. Так, поднять уровень персонажа. Сразиться в боях. Ну, в боях это в первую очередь надо будет было делать. И мы с тобой ищем Нарахзара. Нам нужно с тобой прокачать смерть с небес до 6-й ступени. Пока у нас 3-я. И нам не хватает всего лишь 6 биноклей. Окей, давай попробуем здесь вытащить. Бинокли почему-то не очень хорошо выпадают, потому что они, как это назвать-то, в золотой вот такой каемочке. То есть это как легендарный, да? Легендарный элемент, который фиг когда тебе выпадет. Но я все равно постараюсь вытащить. У нас откаты, слава богу, есть, точнее, телепорты. Вот, один бинокль мы с тобой уже достали. Второй. О, неплохо. Погоди-ка, а сколько там еще-то нужно нам? Блин, еще два. Точнее, уже один. Ну, давай, вот, все, друзья мои. Поднимаем до 4-й ступени. Нифига, стоимость 7500. Обалдеть. Смотри, комиксы у нас с тобой собраты, да? Я не знаю, что такое. Надо нам 9 очков и 6 кошек. 6 кошек. Угу. Слушай, нет, выпадает потихоньку. По-моему, мы выполнили задание с вами, да? Нам нужно было 3 боя в сложном, да, режиме и 10 таких. Все. Остается поднять уровень персонажа. И давай посмотрим. Мутагена у нас 14 тысяч. Это мало. Это мало. Так, кого же нам с тобой? Может, Джастина? Погоди-ка, тут есть кто-то у нас. Во, Мондагека. Поднимем ему до... А, могу еще, да? Все, пускай будет полтинником он у нас. Чтобы все было ровненько, идеальненько. И забираем свою награду. Так, переходим сюда. Мутаген можем с тобой пособирать. И на турнирке. Ну, как всегда, ребята, меня сбросили до Лиги Самураев, 3 звезды. Я почему-то этому не удивлен. И давай будем приступать с тобой. Так, значит, Василий, Джон и Евгений. Начнем, наверное, с Василия. Так, Васек, ты уж извини. Но мы сейчас будем тебя разбирать. Ничего себе, у меня 45-х уровней сколько-то, посмотри.
Обалдеть, очень много. Короче, Леонардо сейчас всех будет ложить. Мы с тобой будем быстренько продвигаться дальше. Соответственно, зарабатывать очки и повышаться в лиге. Поехали. Вертушка козырная от Лео. Хе-хе. Я даже не сомневался, нисколечко. Вот не на грамульку, что он здесь всех положит. Слушай, а может быть нам попробовать все-таки без Лео тут поиграть, а? Ну, хотя бы пару разочков. Давай попробуем без него. Сейчас посмотрим только, кого нам тут дадут. Ну, вот, например, Кеннет. Единственное, что я хочу сделать, это взять, ну, например, Паукуса, да, и Сплинтера. Паукус, Сплинтер, а остальные будут у меня на уровне, на одинаковом, да, с противником. Еще раз повторю, Сплинтер у меня не прокачанный, поэтому не думайте, что это имба какая-то. А вот Паукус, да, Паукус может здесь им немножко повредить здоровье. Так, массовая атака от Майки. Окей, минус кролики, да? Давай сделаем танец на усиление атаки. Окей. Так, кто нам здесь не нужен? Рафаэль. Попробуем его убить. У нас получилось. Сплинтер, ты достал уже. Так, вот Макман здесь. Ого-го-го, тихо, тихо. Вот Макман здесь какой-то, ну прям злющий. А ну-ка, если мы ему так вот молотом. Даже не пробили. Вот, Паукус сделал свое дело. Сплинтер, ты как? Тихо-тихо, не надо. Не надо ничего здесь делать. Блин, да что ж такое-то? А так, если... Окей. И плевок. Да ну! Ты понял, он выстоял. Давай вот так вот. Да что за дела-то? Я понимаю, у него уклонение, все дела, но все, пробили наконец-то. Я уже думал, сейчас еще разок по майке ударит, не дай боже, и все, и Микеланджело тут рассыпется. Соответственно, мы с тобой получили бы меньше кубков и фиг куда поднялись бы. Ну а так у нас с тобой 7-я позиция, мы до сих пор еще в самураях 3 звезды. Это у нас будет переходящий бой. А все, гуны. Так, Ника, Денис и Серега. Ну, я, наверное, знаешь, кого выберу? Дениса. Так, тут у него 47-й максимальный уровень. То есть уже в разы круче, чем мои персонажи. Поэтому, с вашего позволения, я возьму сюда Бакстера Стокмана. Слушай, может быть, я, конечно, зря это делаю. У него инициатива-то не особо хорошая, если честно. Хотя, смотри-ка, он ходит первым. Давай начнем с маузеров. Изи. Я, честно говоря, не думал, что так получится. А вот выпусти он волну, он бы всех не уложил, наверняка. Ладно, продвигаемся с тобой. И мы уже в сёгунах. Одна звезда, 83-я позиция. Поехали. Так, опять Денис, елки-палки. Шреддер даже тут, прикинь, у нас Шреддер тут появился. Слушай, ну я думаю, давай, наверное, подеремся со Шреддером. Как бы прикольно будет и смотреться, и звучит. Рэй против Шреддера. Слушай, я чего радуюсь-то? Выбрал тут себе 45-х уровней, да? Когда у него здесь... Не, так не пойдет. Давай-ка Усаги, иди ко мне. Усаги будет здесь первым у нас ходить, потому что у него как раз инициатива здесь будет здоров. Ну что, проверим, насколько мы сильны. Это практически второй Леонардо. Хопа. Так, ну этот готов. Вот этого добьем. Угу, только не Лапекс. О, Донателло Космос справился. Ну что же, мы с тобой продвигаемся дальше. Сегодня, интересно, мы попадем в сёгун на 3 звезды. Как думаешь? Мне так лично очень хочется. 60-я позиция. Так, Винсент, Николай и Люк. Кубки одинаковые, поэтому... Ну, вот здесь больше всего серебра, да? Хотя здесь тоже две. Два героя. Давай тогда вот этого возьмем. Это у нас Винсент. 50...
первый уровень у него здесь. Слушай, это немножко как бы напрягает. Я думаю, что не будем рисковать. Возьмем Ванюшку с тобой и Змейка Вьюна. Это перестраховка. Потому что я знаю, вот этот вот Майки фильм, он у нас здесь слабак на самом деле. Ну-ка, массовую атаку сделаем для начала. Окей. Так, ушатаешь кого-нибудь? Хоть одного, пожалуйста. Нет, не ушатал. Так, Донателло, я смотрю, он может хильнуть. Попробуем его пробить. Отлично. Так, дальше нам Рафаэль мешается здесь. Отлично. Так, Рокл выеживает. А, мы можем массовую атаку сделать и все. Угу, и все. Как бы не так. Ну все, добиваем тогда уже. Не будем тут рассусоливать, да. Можно было бы, конечно, по одному их разобрать. Но если у нас есть массовая атака, грех не воспользоваться. Ну что, мы с тобой попадаем в 45-ю. Дай, пожалуйста, 45-ю. Оу, 38-я. Окей. Так, Лен, Джей, Апостолис. Хм. Слушай-ка, Апостолис, давай-ка я, наверное, возьму лучше Джея. Мне кажется, будет комфортнее с ним бороться. Блин, сколько у меня еще слабых персонажей. Раз, два, три, четыре. У него 52-й здесь уровень, это максималка. Давай Армагошу. Не будем пока откатывать Лео. Попробуем без откатов сыграть сегодня. Блин, Леонардо, ё-моё. Слэш. А ну-ка, проверим. Бабах. Минус двоечка, да? Так, Лео, мы не должны позволить ему хильнуться. Хотя, знаешь, если мы сделаем с тобой супер удар, может быть, они все упадут. Да. Сработал удар от Шреддера. И мы с тобой продвигаемся дальше. Ну давай, не томи. Быстрее все это надо делать. И мы попадаем в 15-е. 16-е, понятно. Хм. Виталий, Денис и Бьянка. Эх ты, Бьянка, Бьянка, Бьяночка. Я возьму Дениса. Кубка все-таки у него здесь побольше будет. Возьму сюда Донателло, нашего новоиспеченного платинового персонажа. И присобачим к нему вот этих вот ребятулек. Плюс, ко всему прочему, я возьму, наверное, Криса Брэдфорда. Слушай, нет, рискованно так. Я знаю эти фокусы. Давай, наверное... Эх... А, была не была. Была не была. Это спонтанные, ребята. Риск, на самом деле, очень спонтанный. Поэтому сейчас мы можем с тобой здесь кого-нибудь допотерять. Так, это хорошо, что он делает именно вот такое вот. Кто нам тут мешается? Во-первых, Ванька. Морозильная кошка тоже, в принципе. Ладно, попробуем так сделать. О, как все запущено-то здесь. Да иди ты в пень. Все, ребят, мы потеряли с вами преимущество. Офигеть, как потеряли. Теперь попробую их пробить всех. Сейчас начнется такая тут заваруха. О, постепенно урон еще. Все, ребят, мы потеряли Бибопа, скорее всего. Хил есть, но вряд ли у меня морозильная кошка успеет хильнуться, потому что у Бибопа шкала быстрее заполнится. Шкала у него заполнится быстрее. Все, потеряли. Да, но я и говорил, что это был спонтанный, ребята, выбор. Грубо говоря, я знал, что так получится. Ну, может быть, не таким, конечно, образом. Ну, что-то такое должно было случиться. Так. Да еще и бомбочку бросает. Да хорош ты, а. Ну-ка, давай. Слабо написали мне. Блин, он достал уже своими массовыми атаками. Твою же налево, а. Хиляемся, конечно. Другого варианта пока нету. Хил очень слабый. Так, понизили атаку.
У нас вообще этот крип бедный там на антибафах висит. Смотри. Продебафанный весь просто, вообще жесть. Все, мы его сейчас потеряем. Буквально вот с минуты на минуту. Какие минуты? Тут секунды идет у нас отсчет. Плохо сыграл, конечно, я эту партию, друзья мои. Не надо было мне брать все-таки карайку. И преимущество мы с тобой потеряли в тот момент, когда Донни сделал свою суператаку, а морозильная кошка отхилила. Вот это был большой минус. Я же еще в тот раз говорил, да, что никогда не следует делать суператаки, если у тебя хилер не потратил свой хил. Вот если он потратил, тогда можешь делать все, что хочешь. Если не потратил, лучше бей по одному, чтобы он потратил свое лечение на одного персонажа какого-нибудь, да. Потом ты с ними разберешься. Нет, не послушал сам себя. Думал, вытянул. Но с Донателло это нереально. Так, ладно, опять Денис. Опять у нас тут Франки и Лордес. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой раскупки везде одинаково. Будем брать Лордеса. Да, друзья мои, я думал, что мы сегодня перейдем в Лигу Сёгунов 3 звездочки, но, по ходу дела, нам это не светит. Вот опять же, смотри, опять же, берем Зека. Зачем? Не знаю, ребят, нам Зек здесь не понадобится. У него всего одна массовая атака. Нам выгоднее тут брать Железноголового. Почему? Объясняю. Ребят, у него одна массовая атака, но у него есть провокация, понимаешь? За счет провокации мы можем здесь вырулить. Плюс дебаф от Хана. Ну, вот так это все выглядит. Теперь бомбим. Ну, ты видишь, да? Вот так вот должно было быть в прошлом бою. Но нет, но нет. Пожадничал я, к сожалению. Взял Карайку. Карайка, у нее, если бы у нее были бы прокачаны кунаи, вот этот скилл, тогда да, базара нет. Мы бы с тобой бы порвали бы там. Ну, а так ты видел результат наших боев. Ну что, мы, по крайней мере, с тобой в Лиге Сёгунов 2 звезды. У нас еще, наверное, 2 боя, и мы с тобой хоть немножечко там, да, все-таки продвинемся. Джо, давай возьмем его. Тут еще есть кем нам драться. Так, погоди секунду. Змея Карай и Брэдфорд. У него, кстати, тоже Брэдфорд есть, но он 50 уровня, а у нас 72. Ну, давай, посмотрим. Попробуем замедлить их для начала. Не всех, конечно, ну ладно. Так, защиту понизить. О! Давай-ка пробафаемся. Хил пока нам здесь не нужен. У него кто здесь есть? Медики нету? Рафаэль. Рафаэль медик. Ай-яй-яй. Так, он тоже бафается. Успевает все-таки. Ну ты посмотри, а, ну что ты будешь делать? Успевает все-таки похилять. Плюс вешает на себя иммунитет. То есть уже дебафы мы на них повесить не сможем. Зачем я так сделал, если у них... Если у них удары, блин. Ну как... Какой же я дурень, а? Ну серьезно, ну зачем я так сделал, блин. Какая нафиг здесь массовая атака? Господи. Подставил сам Кирби. Вот здесь вот я подставил его самолично. Сделал массовую атаку. Потом посмотрел, что у всех висят, ну, не у всех, у двоих контратака была. И все, и мы потеряли с тобой его. Ребят, никогда не делайте таких ошибок. Смотрите и учитесь. Потому что лучше вам здесь посмотреть, да, тактику, чем потом жалеть, как я. Хотя самое удивительное, да, я очень много делаю ошибок. Вроде бы все прекрасно понимаю, да, знаю, как нужно сделать в следующей, например, серии, как надо поступить. И все равно наступаю на те же грабли. Пускай не точно так же, но немножечко видоизмененно. Но все равно делаю ошибки. То есть тут нельзя на 100% никогда сказать, что вот я пройду здесь идеально. Вот как вот помнишь, я вчера мы, да, с тобой бустовали. Я ни за что бы не подумал, что мы пройдем с тобой идеально буст. Но ведь прошли. А обычно мы фейлимся. Ох, ладно. Виталий, Макс и опять Денис. Он что-то меня преследует. Я смотрю, этот Денис. Давай, наверное, накажем его за это дело. Так, два.
Слушай, я возьму, наверное, еще кого-нибудь поменьше. Вроде команда такая довольно имбовая. Я думаю, что у Рафаэля они здесь мне не уложат спать. Потому что здесь есть Рокзар. Но не забываем про массовые атаки. А здесь кролики, здесь Дони. Так, ну что, уклонение хоть как-нибудь, надеюсь, поможет мне. Плюс провокация рокзаровская. Ну все, теперь будем... Ну вот, об этом я и говорил. Оу, повезло, что они не попали. Так, нам, по идее, надо бы убрать... Этот будет сейчас бафать 100% команду. Давай попробуем тогда с Дони. Так, Тимми, молодец. Так, Лео снимает дебафы, которых нету. Теперь мы с тобой бомбанем массовой атакой. Окей, добьем отсюда Донателло. Так, этот у нас что, замедление или крит? Крит повесил, да? Кролики, по идее, нам здесь как бы немножко мешают. Ну и, слушай, уклонение уже стоит на майке. Давай бросим Саи. Не прокатило. А вот так вот. Минус. Ну, этот, естественно, делает свой танец на атаку, усиление. Плюс сразу же второй раз ходит. Что-то удивительно. Так, мы его валим. Тимми, добьешь? Леонардо, а? Ой, ё-моё, это же не добивка. Это оскорбление. Так, хвостом попробуем. Во, нормуль. Ну и смерть с небес. Полностью себя оправдывает. Тем более мы прокачали ее до 4 ступени. Ну что, по-моему, еще один бой у нас с тобой есть. Мы с тобой переходим на 51 позицию. Окей. Здесь выберем с тобой Алина. Ну давай возьмем Алину. Так, Рафаэль, Зек и Лео. Ребят, и Лео здесь будет присутствовать, потому что вместе с этой командой пойдут два вот таких слабых персонажа, как Кейси Джонс и Леонардо Оригинал. Хотя, если Лео Оригинала прокачать в платину, я думаю, это будет вообще имбово. Потому что у него есть провокация и уклонение вместе с ним, которую фиг пробьешь. Хопа. Все, друзья мои. В общем, с аренкой на сегодня мы с тобой закончили. И переходим на испытания. Испытания там две штуки. Обе еще пока не тронуты, и надо посмотреть. А мы с тобой перемещаемся на 30-ю позицию. Ну, в общем, если даже нас с тобой сбросят до Лиги Сёгунов, одна звезда, мы с тобой быстренько все-таки должны будем забраться до 3 звезд. Так, подожди, с этим мы закончили. Все, хорош. Дайте нам, пожалуйста, испытание посмотреть. Космический страх. Вот, давай День Дони. День Дони, тем более мне вот эти вот ДНК нужны. Вот это не нужно, а остальные все очень даже нужны. Хотелось бы посмотреть, кого мне дадут. Так, Бакстер, Железноголовый Тимати. Да, командочка так себе. Где-то пол игры мы с тобой пройдем вот этим составом, да? А остальное нам придется с тобой проходить вот этими двумя, точнее тремя, а может быть даже двумя персонажами. Посмотрим, насколько там будет силен враг. Но полностью пройти вряд ли у нас сегодня получится. Так, приступим. Может бомбан... А зачем я делаю, ребят, давайте. У нас тут автобой. Они сейчас тут всех разрулят. У нас тем более три волны. Тимати, Эйприл. 12 левел, естественно, они для нас, ну просто вообще ватные. Мы их разбираем с полтычка. Просто прикоснувшись к ним. Да какой прикоснувшись, просто посмотрев на них, они уже падают. Вот до чего мы тут сильны против них. Но на самом деле, если посмотреть, друзья мои, самые первые видосики, как у меня тут подгорало на самом деле. Как это все медленно шло. Просто об этом не вспоминаешь, так как уже играем мы слишком долго с вами в эту игру. Очень долго, я бы сказал, год уже, да? Если даже каждый день играть, у нас 337-я серия. Ты представляешь? Практически год, каждый день мы с тобой в нее играли. Вот, и многие спрашивают, а как там того-то персонажа открыть или прокачать? Я же вам, ребят, говорю, если у вас нет взломка, легко и просто у вас все это не получится. Нужно очень много тратить времени. Если бы я, конечно, играл только бы
в одну эту игру, то, возможно, уже давным-давно у меня были бы все прокачаны персонажи. Но так как у меня еще помимо этой много других, мы с вами играем просто на расслабоне, лайтово, не напрягаясь. Так что, ребятушки, а тот, кто хочет действительно быстро-быстро успеть все это, как говорится, наверстать и получить персонажей и героев, тот должен практически здесь жить в этой игре. Ну, я так не хочу делать, поэтому играю просто в свое удовольствие. И вот таким вот образом у меня все это получается. Так, ну что, ребята, давайте разбомбим. Ай, подожди, автобой забыл врубить. Тут у нас уже 30 уровни. То есть, ты понимаешь, да, еще где-то два эпизодика, и все, нам придется с тобой отключать либо Тигра, либо Тимати. Но первым, кого мы с тобой берем, это будет, конечно же, Муха. Потому что она 51 уровня, и она там уже не справится. Хотя без хила очень тяжело на самом деле играть. Но видишь, я не вижу в некоторых командах нормального хила, которого можно было бы взять. Бакстера, ну я имею в виду Муху, брать с собой, ну куда-то там в элитные бои, ну нет смысла, ее там разберут. Ну что у нее там, ну хил, какая-то заморозка, какой-то плевок. Ну ерунда на самом деле, никакой защиты, ничего нету. То же самое касается и Кирби. Я могу понять, да, пускай у Микеланджело нету, извини меня, массовых атак, но ты не забывай, что у него есть уклонение, которое может спасти всю команду практически. И у него хил, причем, может быть, даже в некотором случае лучше, чем у Лео. Вот это я, да, понимаю, имбовый персонажа. Ну, а Муха тут как-то вообще не вяжется. Она так, для поддержания штанов, если, скажем. Больше я не вижу от нее никакого толка. Может быть, я, конечно, не прав, друзья мои. Может быть, кто-то играет за Муху и доволен вполне. И так же, как и за Кирби. Ну, это не мои персонажи. Персонажи не моего романа, так скажем. Ну что, вот он пробирочки какие-то бросает, плевочки делает. Удар вот этот вот клешней вообще ни о чем, который и урона-то не наносит. Так что, не знаю, тут выручает кто по имбе? Хилы и провокаторы. Это основа составляющая, да? Хилы, провокаторы, ну и потом уже идет дамагер. Так, ну что, у нас тут, друзья мои, какие уровни-то уже? 51-й, 55-й, да? 51-й у меня, 55-й здесь. Если сейчас они здесь ушатают мне Муху, я не удивлюсь. Мы, конечно, переиграем с тобой, но Муху придется отсюда убирать. Окей. И самое-самое-самое, что я считаю такое тоже не менее важным, это брать персонажей к себе в команду, у которых есть массовые атаки. И чем их больше, тем лучше. Понимаешь? Поэтому многие там ребята спрашивают: Рэй, а кого там взять? Того-то или того-то? Например, он спрашивает: взять мне Бакстера вот этого, да, например, или, например, Рокзара. Я говорю ему: если ты хочешь, ну, сидеть уверенно, ну, в толпе, не бояться ничего, бери Рокзара. Но не забывай, что у него провокация всего 2 хода. И то это когда он прокачанный. Поначалу всего 1 ход. Ну а если ты хочешь рулить, то бери Бакстера Стокмана, который может просто выпустить волну или выпустить тех же самых маузеров и положить все поле на раз-два. Так что это ваши, абсолютно ваши, ребята, предпочтения. Я вам просто даю советы свои. Я не говорю придерживаться именно их, но так будет лучше на самом деле. Ты еще не забывай, что у меня не прокачанный Крэнк, не прокачанный Супер Шреддер. Я не знаю по ним ничего, потому что я за них практически не играл. Единственное, где я играю за них, это когда мы с вами начинаем новую неделю, и когда мы проигрываем там всех персонажей. Но это так, значит, навскидку. Естественно, если бы у меня был бы Крэнк прокачанный в платиновом ранге, я больше чем уверен, что он бы у меня здесь прописался бы в моей команде. И это не только Крэнки, это Супер Шреддер и какой-нибудь еще там Шреддер. Они бы все у меня висели. Понимаешь? А так у меня только Лео и Усаги. И Рафаэль. Вот. Это самая такая имбовая имба, можно так сказать. Армагоша тут уже, если прокачать до соточки, я думаю, он будет там таких люлей вжаривать всем, что мало не покажется никому. Так, ну что, друзья, мы с вами, наверное, сейчас уберем кое-кого из нашего отряда, потому что здесь уже 65 уровень, как ты видишь.
И здесь очень-очень рискованно этих ребят оставлять. Давай попробуем все-таки разочек. Может быть, у нас тут с тобой получится. Но буду я играть уже сам. Ой, грибы, ё-моё. Причем они... Блин, вот меня бесит их инициатива. Вот я тебе серьезно говорю. Где бы ты ни пришел бы, они всегда начинают ходить первыми. Ну это просто как, я не знаю что. Давай волну, у них отклонение. Так, но не против, да, моего Бакстера Стокмана. А вот этот вот крепкий грибок. Ты посмотри на него, а. И вот еще, смотри, видишь, у нас команда без хила осталась. Тоже большие проблемы, на самом деле. Потому что мы не сможем с тобой восстановить здоровье. Так, здесь что у нас? Давай бомбанем, наверное. Пока этот гриб тут не разошелся. Окей. Переходим с тобой на третью волну. И везде эти грибы, они достали. Серьезно говорю, они просто здесь уже достали меня. Пробьешь, парень? Даже постепенно урон не повесил. Ох, начинается. Начинается веселье. Плюс хил, плюс уклонение. О, вот эта атака мощная, ребята. От шинигами. Так, ну что, выпустим маузеров, посмотрим, пробьем. Вау, неплохо вышло. Минус Тимми. Так, Эйприл, успокойся. Давай попробуем. Ать, попал все-таки. Молодец, красавчик. Тигр добьешь? Нет. А ты? Добил. Так, и Кунаичи. Воу. Нет, 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 нет. Ты посмотри, как она вжарила. Она 60... А, ну, в принципе, да. Тут 60 уровни. Они пострадали здесь, конечно, обалдеть как. Трындец. Вжарила. Как вот нам здесь быть с тобой? Я не знаю. Так, ну, для начала хотя бы провокацию возьмем. Окей. Так, крит-атаку повесим. Ну и, друзья, начинаем бомбить. Так, Донателло. Оу, не пробили, а если так? Вообще что-то как-то кисло. Так, ну железноголовый должен простоять, выдержать. Хотя его разбирает даже здесь. Воу, массовая атака, все, ребят, хана. Тигр все-таки упал. Все-таки он упал. Твою ж налево. Блин, а я хотел пройти здесь на 3 звезды на самом деле. Что-то как-то не пошло. Может переиграть, а? Давай, наверное, мы с тобой переиграем. Ну, я знаю точно, что дальше нам с тобой лучше, наверное, не суваться. Хотя, если взять Бакстера и Железноголового, чисто вдвоем сейчас пойдем с тобой. Чисто вдвоем, никого больше здесь не будем брать. Ни Тигра. Хотя это будет так тяжело на самом деле. Слушай, ну последний эпизод 75 уровни. Блин, я даже не знаю, что и сказать вам по этому поводу. Вдвоем идти, конечно, это будет очень жестко. Тигра. Ну его распишут, понимаешь? Давай попробуем. Я рискую 5 волн на двоих героев. Да, это лихо. Это очень лихо, друзья мои. Попробуем. Так, ну дрон, успокойся, что ты там делаешь? Воу. Так, поехали. Это только первая волна, блин. У нас уже персонажи покоцанные маленько. Ладно. Так, здесь куча дронов. Ну, я думаю, здесь надо потратить хотя бы одну массовую атаку все-таки. Ну, хорош, может, уже, блин, а? Ты посмотри. Выпускаем волну. Упс. Блин, разберу сейчас мне, блин, а? Фигня какая-то получается. Третья только лишь волна. Ну, эти ватные, ладно, хорошо. Ого, ватные. Ты посмотри, что делают. Да, друзья мои. Че, Бакстер Стокман все, спекся? Похоже, что он спекся, друзья. Он не выдержит. Его на следующей катке просто уронят. Вот и все. Тем более, смотри, кто здесь у нас. Шинигами. Естественно, они будут бомбить по Бакстеру. Кто бы сомневался. Не, ребят, не варик. Вообще не варик. Бесполезняк.
Блин, такое желание, знаешь, просто психануть, прокачать вот этих своих персонажей и просто вдарить им здесь хорошенько, блин. Надо же это тоже сделать оскорбление. Вот недоразвитые, а бесят аж. Толпой-то, правильно, на одного. Ай. Ну, я попытался, я сделал вызов, друзья мои. Ну, я могу тебе точно сказать, что предыдущий уровень, вот этот, можно попробовать пройти на 3 звезды. Можно. И я попробую. Но ты не забывай, что здесь опять эти грибы. Грибы отсюда. Начинается, да? Уклонение ставят на себе. Все дела. Ну-ка, пробьем мы их маузерами. Отлично. Так, двигаемся дальше. Так, этот гриб раздражает меня. Получите. Так, добиваем. Норм. Третья волна здесь у нас. Везде грибы, а? Везде, вот в каждом месте затычка. Ой-ой-ой, удар сильный. Запрет хиляться. Но он мне, в принципе, этот хил и не нужен здесь. Так, постепенный урон повесил. Теперь, так, готово. Тимми берет провокацию. Он дурик. Усы сбрил, думаю, все можно. Так, мы его ушатали и... Промашка? Ну нет, нет, шинигами. Только не в этот раз. Так, переходим на последнюю волну. У нас, по-моему, нет суперударов больше, да, к сожалению. Есть провокация с замедлением. Окей, маузер есть, все, норм. Так, отлично, кстати. И добивочный, наверное. Так, Донни выжил. Ну, вот здесь, ребят, как я вам и говорил, на 3 звезды можно пройти именно вот этими двумя персонажами. Все-таки здесь 65 уровень был, а мы 80-го, 15 уровней разница. Все-таки она сказалась. 35 жетонов мы с тобой получили. Но 7-й эпизод, к сожалению, ну как бы я ни старался, не получится, друзья мои, пройти. Не получится. Без хила, без уклонения, без бафов, ну никак. Но все равно я считаю, что неплохой результат. Единственное, да, конечно, если бы у нас были бы прокачаны с тобой, кто там у нас присутствует в боях, например, Тимати, да, был бы 80 уровня, и Тигр. Ну ладно, и Муха. Мы бы их здесь порвали бы даже, значит, даже имени бы не спросили. Ну, а двумя героями, конечно, очень сложно. Ну что, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!